7 июля 2024 год, воскресный день, ну, утро, вот, потому что... Вот эта древка должна торчать пиковую. Да все уже установили, нормально. Перевернуть ничего. Надо? Она сейчас развалится вся. А что она так нехорошо? Вот, две палатки, одна женская будет у нас. Вот здесь вот. А другая мужская. Тишина на улице, ветра нету. Вот, братья. Шарик. Две натяжки не хватает, она должна быть так. Сейчас растянем. Да. Вот это полное переносить, наверное, вот немножко вот сюда. Ну давай, давай переноси. Переноси, переноси. Нормально? Да не нормально он. Нормально. Смотри, он тянет сюда в сторону. Ну да, она не. Ну. Ну, в принципе, а что там? И этот, и тот. А, тут еще. Тут еще видишь, она связана внутренней веревкой. Да, да. Ее ломает. И кажется, так шутливо. Да, да. Да, в принципе, что? Главное здесь это вот, здесь колышки вначале сделать, чтобы это заходить можно. Отрезать внутренние веревки. Давай все-таки вот этот кол вот сюда перенесем. Не натягивай. Натягивай. Тут видишь, дорога, надо лучше веревку намотать на него. Не-не, места хватает, хватает, хватает. Да, да. Хватает. Ну все, в принципе. Что у вас получилось? Там пару колышков. Угу. Ну, так получилось. А вот еще, наверное, как получилось, да? Возить. Угу. Какая? Нормально или плохая? Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.